Серебряный призер Олимпийских игр в Париже в весовой категории до 80 килограммов Нурбек Уралбай прибыл на свою родину. Народ встретил именитого боксера с особым почетом, организовав торжественную встречу. Подробности о собрании, на котором спортсмену вручили автомобиль, в репортаже нашего телеканала. Особых почестей. Рамбулто Прага, генофонд Хуатн, Айхандай Вильгенульке, Хасиет Тульке. Жамбылская земля породила немало талантливых и знаменитых спортсменов. Среди них и Нурбек Уралбай. Выражаю ему благодарность за то, что он прославляет наш край. Также выражаю благодарность и его семье. Поздравляю с победой. Мы гордимся вами, Нурбек. После слов благодарности и добрых пожеланий, аким области вручил спортсмену ключи от автомобиля Hyundai Sonata, предоставленного спонсорами. Нурбек Уралбай также не остался в долгу и подарил главе региона боксерскую перчатку с автографом. В свою очередь Нурбек Уралбай выразил благодарность своей семье и всем преданным болельщикам за такую поддержку. Я выражаю огромную благодарность гражданам за то, что поддержали меня на Олимпиаде. Очень приятно, как встретили в Таразе. К тому же мне вручили машину. Я очень рад. В завершении торжественного мероприятия спортсмен поблагодарил всех, кто поддержал его на пути к олимпийским достижениям. Он подчеркнул, что такие знаки внимания вдохновляют его на новые победы и укрепляют дух, мотивируя продолжать тренировки и стремиться к новым высотам в спорте. Мадияр Салыков, Аслжан Шымкент, Айхан Ахпарат.